Так, ребят, короче, все, я здесь. Сейчас напишу братку с Димагой. Я не знаю, здесь они или не здесь. Эхо, у меня никакого эха нету точно. Сейчас, секундочку, я выясняю у пацанов, будут ли они катать там или нет еще. Не вопрос. Алло, алло, пацаны. Алло, алло, здорово, Серега. Да, здорово еще раз. Здорово, да, еще раз. Так, давайте я переименую сейчас везде стримы тоже, а то все. Да, 3 на 3, это у меня тут 2 на 2 стоит, я тоже думал, что 2 на 2. Сейчас, секундочку. Че, будем 3 на 3 чудить? Давайте будем рашить 3 на 3. Проксими. Можно, да, что-то, ну, некоторые поагрессивнее, да, играть какие-то темы, я думаю. Я что-то думаю, что чуваки не будут. Давайте попробуем. Такое замесим. Не, не обязательно прокси, можно типа, ну, там, кто-то там, ну, зерк, беллингбас, тиран риперов, я тоже что-нибудь там агрессивное, допустим. Ну, давайте так. Давай, да, можно и так, беллингбас с одной базы. Но нужно карты смотреть тоже, как бы, какие просто там есть. Ну да. Так, сейчас я под основным аккаунтом зайду. Давай, заходи, приглашаю в это. Будешь пати-лидер, как обычно, Паша. А карты, кстати... А, ну карты мы уже вроде все поиграли, так что это имба. Сейчас будем тащить. А, кстати, Блай же смотрел, может, Блай какую-нибудь команду соберет. Так, Серега, сейчас. 3 на 3, в смысле? Да, 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 да. Так, тоже. Ну да, потому что вон парни же собрали там. Хотели. Так, сейчас, секунду. Отнем. Не, ну сейчас вечером кто-то, наверное, должен катать, по идее. Ну да. Должны, почему бы нет, 3 на 3. Посмотрим. Пока что еще не сильно поздно. Так что норм. Ой, тихонечко. Так, я тут уже... Поддержка 200 рублей, говорят, 3 на 3, гоу. Ну, это, видимо, задержка небольшая там. Погнали, погнали, да, наверное, задержка есть небольшая. А, так, кстати, какую это будем ставить челлендж-то? Что, топ-1 мира? Ну, я думаю, мы и так, это, а какой второй челлендж? На 3 на 3? А какой еще можно придумать? Я не знаю даже. Я не знаю, затащить, блин, ну, может быть, собрать какой-то убер-лимит, ну, там, мава шипкор, там, с чем-то, хотя у меня, конечно, комп будет лагать, жесть. Ну, да, да, не, ну, можно попробовать, там, я не знаю, что-нибудь. Такой чисто масс-авиация, там, газовый лимит вообще очень дорогой. Ну, надо тогда, наверное, что-то типа, чтобы проц вышел в свою вот эту массовую армаду тиран и зерк один раз, вот. Было бы прикольно, может быть, не знаю, что-нибудь такое. Ну да. Так, Яндай говорит, вы начните пока на топ-1, а там посмотрим.
Ну да, тоже правильно. Тоже все верно. Так, ребят, сделал всех потише. Поменял, да, звук. Так, подожди, у нас же поиск идет, да? Да, да. Это что-то у нас. Так, ребята, вы нас можете, кстати, заснайперить. Вот у меня написались, говорят, что сейчас Блай возьмет Бьяна и Скарлетт. Конечно. Да изи, мы уже не таких обыгрывали. Там вон, ребят, кто там, Неразим был, кто там еще были. Мы ну уже да, закатали. Наши посерьезнее ребята. Да. Потому что эти, ну, обычно они не умеют тимплей играть. У нас-то да. Команда. Уже с опытом, опыт, так что. Да, old school, все дела. Ну, можно такой челлендж, одну игру победить, например, только вот из какими-то первоначальными, то есть тир 1 юнитами. Например, масс гейтами, масс бараками, там. Без апгрейдов вообще. Да, но можно вообще, кстати, без апгрейдов. Вот, и все. И, то есть, ну, как бы это можно и агрессию делать, и в макро как-то попытаться. То есть, ну, как вариант такой. То есть, это реально сделать, и при этом тоже иногда может быть и сложно, особенно на макро-картах. Прокси-планетарки, фотонки, масс-плетки, застройка. Это вообще будет жесть. Зафотонивание, планетарка прилетает, еще прокси-хата. Да, это сильно. Но я думаю, конечно, тяжело будет. Ну, хотя, как вариант, потом, может быть, попробовать. Я еще могу, как вариант, масс-королевы отыграть. Да. А ты, кстати, моих хилить можешь юнитов? А я вот тоже, мне это в голову пришло. Но био он хилит, так что в теории... Паталгелионов. Да. Паталгелионов. Паталгелионов, кстати, хилить можно, наверное, мне кажется, трансфьюзить. Да, прикольно. Но мариков, мародеров-то точно, я думаю. Ну, хотя да, они такие же получаются. Ну, в теории, да, должно работать. Можно попробовать. Рэндом Терран Протос. Вовка, антикиллер и винт. Ну это какие-то трайхарды, походу, заснайпили нас. Да-да-да, очень похоже. Кстати, это за золотым экспандом на мейне. Это кому-то подфартит, да? При этом, правда, там далеко находятся другие экспанды. Это, блин, мне опять золото. И с одной стороны хорошо, с другой стороны, я не знаю, где второй экспанд мне брать. Янджек поддержал ваш канал на сумму 555 рублей и сообщает: давай, Помни, покажи, на что способны протасы. Спасибо, Яндек, ну что-то я завтыкал уже с пилоном, блин. А что прошло? Блин, как я адски завтыкал, пока тут ковырялся. Единственное, что как бы тяжело забрать на этой карте. Ну чё, как играть-то? Агрессивно или нет? Я не знаю, я уже Гелионов, Димага я смотрю. Короче, базарили, я по стандарту. Ну ладно, давайте так, чувака. Давайте отдыхать. Ну надо просто договориться, какой-то четкий план, а то знаешь, как бы мы кучу идей, а ничего не решили. Я пока, честно говоря, ну не могу, ну просто карты пока даже ко всем не привык, какие надо посмотреть. Надо просто под карты что-то делать, видимо, да, такое, как бы. Да, вот да, именно, да. Именно. Чем тут вообще без наглости так и смотрю? Играем так, норм. А тогда, ну по скиллу же чё? Ну да, ну там какие-то вон там пробка стоит, ничего не делает. Да, там походу. Ну, нормально. Там изикатка будет. Короче, я побежал убивать.
барак против этого, да? Слава Делама! Нормально. Да свершится правосудие. Смотри, халява, лох. Что ли это ГГБ, не? Да. Как бы... Что-то, походу, парни в макро собирали. Мы как-то не очень им, видимо, даем. О, там марики. О, это интересно. Опа, оракулы прилетели с Марика. Ваши союзники вступили в бой. Это замануха была, так еды поставлена. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили. Сейчас что-то походу. Это замануха не поможет. Не сработало, да. Йо, я что-то так бью там много. Ж золото у него. Ваши союзники вступили в бой. Здесь, среди тебя. Ой, правда, я не знаю, да надо ли, Серег, мне к тебе мину закапывать. Мне кажется, она расплэшем больше твоих убьет. Ну да, у меня-то рабочие послабее. Ну там еще с бонусом, я думаю, тогда вообще будет жесть. Ну да, жесть. Го-го-го. Ой, хорош. Паша, 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 Паша! А, я думаю, я что-то смотрю, думаю здесь. Да я думаю, мины строить, куда мины закапывать? Знаешь, такой думаю, сейчас оборону там сделаю, там, гелеными клотни там, эхо, а потом сейчас же. Просто такой момент, он как раз тимпак убил, я окружил, и гелены так на муве просто. Мимо, мимо приезжает. Слушай, мне кажется, или где-то вот у нас тим в команде затесался шпион. И... Ого. Ваши союзники вступили в бой. Я здесь. Ваши союзники вступили в бой. Ну, я главное говорю вам, закапывать минки, а себе-то не закопал. Всем закопал, себе не закопал. Хорошо. А что-то там прилетело. А, это приманка, просто чтобы это араку не обороняли, а... Гамеру активировал премиум на ваш канал. Хорош, это мои идеи. База атакована. Ё-моё, ко мне они тут прилетели, потомки убивать пытаются. Золото вот этого ферма, я подумаю, откуда у нас тут маленький? Чудной балл. Читер отправляется. Читер по-другому, да? Читер только так играет. Я вам здесь среди. Фортуночка спасла. Что ты? Да, мазеркор, нормально. Да. Затерпел. Ваши союзники вступили в бой. Джи-джи. Улучшение завершено. Да, ну карта такая тоже необычная. Так, потом... кстати, это пацаны, это с Good Game, наш Винт. Уже у меня в чатике сидит. Молодцы, пацаны, давайте. Еще. Жмите поиск, конечно. Поиск, го-го-го, да. 21 ММР, неплохо. Уже 4200, слушайте. Мы скоро пойдем в это уже, в ГМЛ. Именно в ГМЛ. Ну да. Нам на самом 4360 нужно. Поинтов. У нас сейчас 4260, так что 100 поинтов нужно.
чтобы перейти на мастер-лигу. Там прикольно показывается. Три терана! Три терана? Нифига. Да ладно тебе. Пошел Бейлин Бастин, давай. Давайте, да. Тут как раз карта, они будут застраивать все три терана, походу, да. Проходя. Правда, если они поставят три барака, вот это будет лол. Не, ну значит тогда надо будет другими юнитами пробивать. Ну мы Бейлин Бастин, правильно? Ну да, я да, да. Паша, да, риперов, да. А я как бы гейты туда три еду впиливать просто. Ну, два дома, один там получается. Стандартный расклад. Бывает жизнь, как я. А, тут два проходника, чё вы? Ну, второй проход там с пнями. А, ну да, вообще, да, да, не, да. Слева да, там да, чё да, 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 не смогут помочь. Так. Вот там ритм. Смотри, какой мужик. Есть какой-то хелп? Пока только один рипер. Опа, сразу. Рипер пытается прорваться, значит, твои рипер такая уходит его. Будет скорость. Пока, сейчас пойдут сталкерки, я со сталкеров начал. Залезаем. Ваши союзники вступили в бой. ГГ писал мне Беллинги, что-то врезали. О, нормально. Вот это мне больше нравится, я вам скажу. Побыстрее, все понятно. Ну вообще да, так получилось. Ой, 20 поинтов дали. И 56. Может свои расы поставить нормальные? А чувака минус 117 ММР. Походу неприятно, да? Раш, роучами и зилотами под медиваками. Стратегия. Ну, раш медиваками это так себе, я тебе скажу. Ну, не, ну можно быстро, если выйти, но... Все равно барак, факторка, реактор, старпорт. Не так уж и мало, на самом деле. Да, конечно, я помню, когда у тебя и ультралы выходили, у меня медиваки вылетали, то все по таймингу. Ну, 7.25, да, было дело. Сеть 20 поддержал ваш канал на сумму 500 рублей, сообщает Сережа. Дорогой ты наш человек.
Спасибо тебе огромное за то, что ты не изменяешь себе и всегда идешь по намеченному курсу, прямо несмотря ни на какие трудности и обстоятельства. Это качество настоящего мужчины. СК Форева. Жду с нетерпением трансляции по СК-1. Спасибо, ЧС-20. Если чуваки отобьются, то нам, конечно, будет печально, но вот, как раз будем тащить. Другое дело, что если мы всех в 3 на 3 убьем, как бы это... А чем закончит... вы там обсуждаете? Я чуть все прослушал. А, да что, агрессивно играем, то что сейчас? Ну, нормальная такая тема. Ну, вот как раз. Ну да, ну да. Но я к другому, что чуваки могут обидеться и уйти, и потом не с кем будет играть. О, кстати, он... сейчас... Зерк, Теран, Теран. Это те же 3 Терана было? Да, только теперь он как раз Кизерк. Ну, что это за карта такая? Это где вот один проход перекрыт. А, тут мы в макро играли. Вот тут в воздух один должен играть, я считаю. Желательно просто. Может, мы с воздух сыграем? Или что, все, прям все сразу? Ну, не знаю. Просто у риперов здесь проход, а один только сверху. Они пропрыгнуть не могут. Ну, хотите, воздух сыграем. Можно вообще масс воздух прикалываться. Ну, масс воздух надо кому... Ну, если мне играть или кому-то, нужно скидывать кому-то как бы на это все дело другим, желательно. Так не, мы можем, знаешь, ну, не такой, правда, не торопиться прямо, а именно вот такой, дефенсный. Ну, там, ты, например, фениксов, я, например, баншей, викингов, потом в рейвенов перехожу. Ты постепенно там вот что, ну, более технологично, ну, а, соответственно, демага сначала жмут, а там дальше уже... Брудлорды там и так далее. То есть вообще какой-то. Мы землю будем отбивать, если что. Я сейчас собираюсь гиреонов сделать. То есть у них два терана и зерк. Я думаю, гиреонами. Я сделаю просто быстро два газа. Соответственно. С одной базы, да? Да. Ну, я надеюсь, здесь просто карта большая, если они не сделают прокси-бараки. Они могут, конечно, сделать прикол, типа внизу около камней построить бараки и перелететь. Тогда будет, конечно. Ну, я туда просто овера отправлю, да и все. А, ну да. То есть, а так, если они будут по земле сверху идти, то это долго. То есть у меня там как раз гирены построятся и нормально. В общем, то есть вы можете спокойно, думаю, экспанды занимать. И я тогда что, скорость лингов вообще не делать, да? Да я думаю, да. Там, хотя, ну, блин, здесь, знаешь, непонятно. Но я думаю, наверное, не надо делать тебе. Ставить на максимум. Да. Тебя отбиваю первоначальные какие-то атаки. Просто карта очень хорошая для авиации, реально. Да, там линги побежали, кстати. Пол? Там один база и Марик, так я оверлорда потеряю, но. Там зерг играет пул первый. Ну, там не раш, там просто 17-й пул. Но скорость уже делается лингом, если что. Твои линги, Дим, понадобится. Хотя не знаю, там долго бежать, конечно, все равно, честно. А, но я линги все равно строю и скорость лингом тоже делаю, а то мало, ну. Ну да, на всех пожарных подстраховаться. Куда рабочими едешь, бы так? А я пытаюсь застроить, попробую, с рамки. Блин, она здесь широкая, наверное, да? Проезжает, нет? Я бегу, сейчас попробую. Блин, пробегает, да. Забей, не работает тело. А так хотелось, а? Блять, того не зафокусил. Гаденыша. Не, давай там скорость у него скоро будет. Я могу одного линга просто в разведку послать на всякий случай. Не идем. Сейчас я стеночку буду. Ваши союзники вступили в бой. Тут 6 лингов пока что. Да свершится правосудие. Я тут стенку сделал, кого. Они вообще не должны нас пробивать. Ну, бежит что-то там, но тут. Можно сбегать вслед. Вот, да. А только линки почему, кстати, бегут. Марки какие-то смешные. Давайте там, ну, действительно, макро там какой-нибудь. Я вообще в карьерах буду сейчас. Сразу в карьеру? Ну не сразу, через оракульца там.
пару грелок. Кто такой тема? Кэрера, Тимпесты, Викинги. Я бы вообще-то я советовал в Фениксов поиграть. Там с таким зерг тоже может воздух, хотя. Ну, как вариант. Сейчас посмотрим, что он там. О, Оракулец нормально тут жжет. Ароу. Там старпорт только строится, о. Приехала, а здесь туретка тоже. О, энергия кончилась. Печально. Нормально, десяточку убил. Ровно. Ну да. Очень неплохо. Бейлинг. Один такой. Сингл. Оверов нигде там не висит. Я пока что не видел. Я тоже что-то не понял. Оракул там. Ваши союзники вступили в бой. Сейчас забежать. Они не готовы к воздуху. Вообще не рад. Нисколько. Вип. Блин, а хочется карреров построить, а грелка одна все убила. Смуткой и оракулом, блин. Смотри, там у другого терана там много мариков био. Аккуратно. Блин, дожарю я цеху-то, не? Блин, марики здесь бегают рядом. Ваши союзники вступили в бой. Цеха горит, чай, да-да-да, летит. У нее, кстати, ничего нет. Одним рабочим успеешь, да, о, нормал. А у него тут халява. У этого тиранчика, вот что он тут все. Тусит. А, ну как бы, а чё, я не знаю, что он у нас спрашивает. Ну да, слушай, там действительно обидеться, так все не будут играть. Ну тут мы как бы особый. Ну да, нормально в макро же играем. Просто один оракл с вейдрайм прилетели и убили терану. Как бы я даже не знаю. Бывает. Не, ну они еще хотят играть что-то. А мариков, кстати, много. Ваши союзники вступили в бой. Ладно, окей. Усиление псионной сети. Ты ищешь совета? Я вижу нити. А тут еще два либератора, лоллы. Карьеры. Жесть. Такая защита прям основательная. Два либератора, пилон оверчарджи, карьеры. Ну да, что-то понял. Жестоко. Если в такую тему играть, чтобы подольше, походу, надо, ну, не нападать вообще, но потом все равно окликом, короче, все убьется. Не, ну может сейчас как-то посильнее будут ребята, я не знаю. Ну, кстати, да, возможно. Он как чересчур. Ну эта карта специально вообще строго для воздуха. Там получается один проход через верх и все. Ну да. Внизу там камни еще. Тут то есть просто удобно. Быстрый воздух, да. Очень удобно. Так, всем привет, пацаны. Играем 3 на 3. Я думаю, что еще обязательно поиграем. Не сегодня, завтра, там еще какой-нибудь день. Вот. Да. Главное, чтобы было, ну, попадалось, с кем играть, да?
Так что жмите поиски, ребят, с Димагой, с братком. За поддержку всем спасибо громадное. Вот такие вот дела. Там уже команда Локи против нас собираются. Локи предлагает нормальную тему. Один строится, а оба ему до оба других игрока тупо ресурсы скидывает. Ну давай. Например, Протос там вот на вот воздушной карте настраивает с одной базы просто неимоверное количество старгейтов. Я не знаю, там штук 6. А мы ему тупо деньги скидываем, как вариант. Или мне, например. Хотя не, у меня продакшн. Нужно королевы. Хатчеры. Ну, можно такой, знаете, какой-то психованный билд сделать. В том плане, что каким-то необычным юнитом, но в больших количествах. Ну, это там как масс-линги, например, там быстрые грейды. Там, может, масс эти архоны. Ну, или что-нибудь в таком духе. То есть мы все скидываем, один человек быстро делает апгрейды, и вот чисто одним юнитом долбит. Жестоко. Ну, то есть такой, да, быстро восстанавливается. Ну, тяжело, конечно, будет нам в начале, но потом. Рэндом просто. Ну, чё, кому как, чего? Я не знаю. Тут карта еще. Какая-то непонятная, что за карта там? Мы на ней вроде не играли еще. Да, или играли, я не помню, честно. Я что-то не помню такое. Как-то тут... Оно как-то близко. Визуально вроде так близко все, да? Да, сейчас может... посмотрим. Может, ты паш батлкрузеров? Редко видно батлкрузеров в последнее время. Кстати, да. Да-да-да, батлкрузеров. Там, кстати, этот джамп, да, без энергии сразу есть. А, сейчас энергии. А, это будет без энергии, да? Да, после патча, да, будет. После патча я думаю, поиграю обязательно батлкрузеров. Да не, да, надо, что-то дай их как-то. Ты, типа вроде крутой такой скилл, а вообще не строить сейчас, потому что по-другому играют совсем. Так, ну. А? Ну да, ты как раз сныканный сейчас. Че, блин, ну, по минимуму сейчас. Ты пошел. О! А, так ребята как раз. Вчера вроде мы играли с ними. Давай, да, а че тогда? Погоди, а где не было? В принципе, проходняк только вот тут. Ну да. Один получается нормально. Ты туда, да, понемножечку крип как бы тащишь. Вот, к проходу. Ставишь там пару плеточек в перспективе. И базу сзади занимаем, а Паша как бы просто развивается в старпорт. Через что-нибудь там, типа, я не знаю, баншой полетать, похарасить может. Земля мне вообще ничего не делать. Ну, гелионов там. Ну, танчик наоборот, может, какой-нибудь, чтобы был за стенкой там стрелял. Посмотрим, если нас еще не рашат, кстати. Если рашат. Нас рашат, там уже королева строится, кстати. Там рашат. Я в фаржу, короче, играю, если что. Гейт, нужно. Фаржу гейт. Уже что-то делать. На скидывание ресурсов. Да, от 6 линга выбежало. Скоро сделается. У меня только будет... майк в заказе. Уже 6. Не будет. Уже 6 лингов бежит, да? Да-да-да, нужно уже. Ну, я фотонку ставлю, 2 штуки. Не знаю, правда, успеют они или... Ой-ой-ой-ой! Что-то ни хрена не убил. Что нам тут? Ну, пилом грызет, а это зря. Аккуратней с Мариком там. Да, Рипер. Мне на мейне, ну я отобьюсь пока что. Блин, у меня правда, ну тут как бы... Я понял, но... Ответить нечем, если что будет, так что меня защищать, если будет... Как рипперы у этого терна, уфо. Да-да-да. А, так у тебя, получается, Серег не могут запрыгнуть, только Диме могут запрыгнуть. Да? Ну да. А, ну да. Все, ну... Хорош. Хорош!
Красный Крабс поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: Паша, Дима и Сережа, точка, 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 обыграть всех им несложно, точка, линги Димы нахлобучит, Паша гелены вздрючат, а Сережа молодец, он за протосов играет. Мазер Корун всех карает, точка, три добротных мужика, унижают всех слегка, точка, П, точка, С, точка, ваш фан, Красный Крабс. Спасибо, Илюхте. Ой-ой, а чё они запрыгнули тут? Они не запрыгнули, они спрыгнули. Спрыгнули. Блин, их надо там, кстати, дофига чё-то. Постой, 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 малышки. Там линги ещё грызут сверху. Что там уже скидывать-то можно, да? Главное, что там беллинга много не было. Начинаю скидывал кого маленькую. Я герой, ты же подстраиваю. Ты смотри, сколько, видишь, ну, как пол. Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась нападению. Раз, плотно. Меня тут насилуют немного слиперами. Ну, другой терр, там еще же один игрок есть. Чувствую, что-то неладное на самом деле. Короче, я все скидываю, расширяй там продакшн паш тогда. Ты скидываешь такие? Я считаю, ладно. Ну, пусть. Давай, Паша, побежим в атаку вообще. У тебя все-таки уже есть 6 килограмм. Там риперы, к тебе риперы, риперы. А, ну хотя нормально. Ваши союзники вступили в бой. Я тогда тоже буду, Паша, скидывать потихонечку денег. Ваши союзники вступили. Давай, может, они ломиться лучше жестко тогда. А, ну хотят. Чтоб осталось что-то на оборону. Вот это правое ДПО, вот там сталкера. А хотя попробуем или нет? Ну, в смысле? Да, это да. Не. Пройдем, да, там слишком стоит. Так, нам материал немного. Я тебе там все, Паша, скидываю, тоже норм. Ну я единственное сейчас на Мазершип выйду, он же невидимым всех сделает, по идее. Да, да. Ну я тогда буду просто тоже вообще бесполезный в плане. Буду скидывать бобос. Нормально, нормально. Так я, кстати, контроль, да, можно будет батл крузеров вообще контролить там по одному. О, тут. Дропшип. У меня. Акция на мейн. Блин, здесь так неудобно этим рингами. Ой, чемпионы приезжают. Задолбали они. Нормально. Сейчас бегу от рингов чемпионами. Бегу тоже. Что-то я перестарался с уверчажами. Ух, сталкеры пришли. Ой-ой-ой. Линги, хорошо, что у меня еще немножко лингов осталось. Так, вроде. Блин, марики на золоте там у тебя. Да, вижу. И. Ваши союзники вступили. Колосс, ваши союзники вступили. Так, ну тут фотонки достраиваются, их бы прикрыть бы чем-нибудь еще бы, было бы неплохо бы. Мазерфор упал. Да, непривычно играть, когда, блин, нету. Да-да-да, вообще. По-моему, дроп у меня раз. У меня вроде отбиваюсь, до слинги выбежно. Ваши
союзники вступили. Он, походу, вот просто батл-крузер. Хорош. Тут дроп, я бегу помогать. Ой, ой, хорош, 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 хорош. Потом фокус. Ничего не понял, он погиб? Там на фото. Хорош, Серега. Я вижу, что там Марик уже погибает на мейне. Да, он нам решил дропнуться на две фотонки. Хорош, я потратил. Я бегу, бегу, сейчас лингами буду. Да я его, ладно, так добил. А если что, с лингами поддержку. Линги по земле, батлы по воздуху. А ты нам контроль типа еще дал? Ой. Ну, на всякий пожарный. Сколько лимит-то уже, Паша? Место 50. Паша, 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 Паша. Нормально. Ты там типа воюешь так? Ну, а, так ты чё себе? Ой-ой-ой, нихрена там сталкеров на воюем. Ты сам тут, в принципе. Блин, мазершип-то не подождали. Да, не успеет он замес прилететь. А то тут и не нужно. Вот так, прикольные. Ну, вообще да. Вообще тут, если есть какой-то хелп, был бы благодарен. Мне линги только сейчас заказали. Придется рабочими тут отмахиваться. Так себе вообще вариант. Танки рабочими надевать. Ох. О, что по красоте? О, там вижу Ямато. Пью, хорош. Нормально я запулил у него Ямато. Ха-ха, good one. А, так вы там уже тут развлекаетесь по полной, если ты. Ну как бы да, фигарно. У нас еще бабла побольше. Да мне... А, ну да, что побольше. Нормально, чё? Темы. Усиление псион. Мазершип, мазершип. Хорош. Да, 2-2, блин. На батлы на 2-2 нормально жарят. Просто их сталкеры 0-0 вообще не демажат просто. Тут ты еще фасу творит. Я не успеваю здесь. Да, с мазершипом вообще весело. Слушай, неплохо так зашло. Я не ожидал. Потом крутер что-то слишком тихо смотрит. Ну да, и Ямато еще есть. Так. Хорош. Да, помню нормальную тему подсказал. Да, пошли. Сразу за такое у нас просто. Хоп, переводчик. Нормально. Мастер просто сразу лига. Я думаю... Так, сейчас, секунду, ребята. Я потому что здесь что-то пишет, что на этих, на Твиче у ребят лагает. Я тогда стоп-старт сделаю быстренько. Давай. Как знаешь. Сейчас посмотрим. Одну минуту. У нас тут 3-3 катки, ребята. Угу. Браток помидоры Димага мы тут катаем. Так, давайте, какой следующий юнит? Батл-крузер. Или можно опять, конечно, батлы, но я не знаю, просто на без юнитов вам как будет интересно играть? Не, ну мне так, я... Когда я две Ямато стрелил в два медивака с танками... Это прикольно. Приятно. Я причем, главное, переключаюсь на этих батлов, смотрю, стреляю, думаю, нормально, работаю. Вообще четко, да. Не, ну можно там, я воздух могу сыграть, как бы тоже, в принципе. Может, массовый дрей, что-нибудь такое, без офига. Ну, карьера или темписты, или там карьер. Что-нибудь такое. А, может, вообще масс темпесты? Ну, темписты прикольно, что они издалека лепят очень так, ну, как бы, карьера, они помощнее, конечно, в бою, но темписты прикольно, что когда их 40 штук, они так стебают, что у многих подгорает. А может давайте тогда, я не знаю, там с фотонками, например. Ну, хотя,
Я вообще хотел туреток наставить, туреток, фотонок, например, что-нибудь в таком духе, вместе с темпестами идти прикрывать. Ну, можно, можно пассивно просто отыграть, сидеть типа в дефенсе, никуда не нападать, знаешь. Чисто накопить 200 лимита темпестов. Жестоко, да. Ну давайте попробуем. Ну, так, сейчас, секунду еще. Я тогда просто поначалу некусы поставлю для бустов, а потом пробок отдам просто, например. Вот. Так, все нормально, все, хорош, отлично, поехали. Тогда все, прошли вроде лаки, какие-то непонятные были. А, ну конечно, еще тоже от карты зависит, потому что если мы будем находиться на разных респах... Ну да, вот смотри, как быстро нашло, какие-то жестики, наверное. Да, или кто-то сидел снайперил, нас ждал. Да не, ну прям так сразу. Ну, кстати, да, такие, нифига себе, рандом протос. Рандом протос. И вот как раз таки карты, где мы находимся друг от друга отдельно. Тут нужно наоборот землю играть. Тут нельзя такие темы делать, мне кажется. Да, широкие пространства. Тут хотя, нужно... может, типа как челлендж, ну, то есть тяжело, но как-то попытаться сделать. То есть сначала дефимся, но я гелионов буду, конечно, делать, потому что по-другому есть. Ну, главное не убить, да, до какого-то начала там уже что-то. Так, давайте решаем, что делаем. Да, опять же, ну, попытаться в воздух, ну, тяжело будет, ну, то есть карта неудобна, но вот... Давайте, давайте, да, я воздух, ну, главное, чтобы, да, не развалили всех. А, ну, у тебя там золото как раз нормально, Дим. Ну да, золото вообще прекрасно. Я в то есть мы скидываем деньги, это, куда? Угу, угу. Ну, сначала просто как-нибудь отбиваемся от начальных каких-то. Ну да, то есть сначала дефануться. Надо как-то, ну, чтоб скидывать, то, конечно, во вторую, и базу желательно выйти. А во вторые без дефа не получится. Да, ну, да. Golden Boy. Наши союзники вступили в бой. Теран, пожалуйста, поставь. Теран хотел пристроить какую-то. Как Паша, это? Паша. Как аватар поменять, ребят? Это вы в чатике спрашиваете, я насчет аватара. Хорош, Паша, Паша тут развлекает, это неплохо. Да. Что? А, о. Инженеркой мешаем там, да? Трактор, кстати, пошел, то есть там чувак вообще без риперов играет. У них два протоса. Два протоса, о. Здесь-то нормально, я думаю. Экспанды я через гелионов нормально думаю. Ну, правда, мы сейчас их можем убить, реально, если лимги какие-то бегут там. Жесть. Не, я эту базу беру. А, окей. Его, наверное, все равно построить, потому что... чтобы нас не убили. Ну да. Серега, тебе. Угу, угу. А, тут еще 6 секунд осталось. Не был. Протос какой-то твилайт играет. Скинул. Все, что было, там 400-200. Давай, все, расстраиваюсь.
Так, а я, кстати, так поставлю на натуральную планетарку, чтобы дефенс легче было. Ну да. Вот так она вроде с внешней стороны как-то. Может две, ну да. Я макронексу заставлю для бустов тогда. Тосов, который слева внизу мозги и ты и пылает. Может ты дарки, ну тут вообще да. Ваши союзники вступили. Адептов много на самом деле. Тер на Масмарике. Кинул бабосик. Минералов не хватает пока, ну. Идем сейчас. Улучшение завершено. Что-то они где-то атакуют. О. Ваш хорош. Полетели. Я бегу лингами на дефанс тоже там. Сильного дэмэджа не нанесет. Эй! Я нормально. Я просто скиллен приеду. Загружаем приказ. Аю. Оправь мою ярость. База союзника. Улучшение завершено. Ваши союзники вступили в бой. Так, Серега. Мне уже небольшая помощь мне эти. Оп, вижу, тут что-то адепт прорычали. Нормально, я отбыл. Здесь что-то горит, красиво. У меня денег насобиралось, держи. Противник обнаружил. Давай. Не хватает пока. Ох, теперь хватает. Генетическая матрица активирована. Усили. Мы ждем. Так, еще мира. Куда ему же надо? Улучшение завершено. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили в место рождения. Генетическая матрица активирована. Дима, у тебя дроны... А, хата поехала. Ну, типа, да, так без палев. Да. Архоны и толкера. А как мы эту землю будем убивать-то? Не знаю, ну сейчас что-нибудь придумаем. Ну вы там что-нибудь побьем постраиваете, так-то у меня уже порядочно 10 лимитов. Скоро как 200. Дарки у тебя, Серег. Вижу. Где-то гранами сейчас. Я бегу, да, ты можешь засканить, я уже тоже тут. А так-то я тоже. Ваши союзники вступили в бой. Жду траншей новых. Тебе что больше нужно? У меня денег есть. Минералов тоже надо, но и газа не хватает. Я все отправляю, все. Все, спасибо. Генетическая матрица активирована. Союзники вступили в бой. Серьезная такая армия. Ваши союзники вступили в бой. Там по центру где-то ходят. Да, они здесь. Вон. Стоят.
Генетическая модель активирована. Направь мою ярость. Хорош залп. Генетическая матрица активирована. Ой, опс, летит. С ревелейшеном нормально. Ваши союзники вступили. Летел опс, не летит опс. Блин, еще у них опс есть. База союзников. Серега, нужен хелп тут у братка. Иду, иду, иду. Че, заметил. Эй, нормально, живи. Хэштег живи. Фига там идет. А, ну хотя. Вообще изи, не? Уже 3-3 играет, но 3-2. Да, погнали ломать, надо еще чуть мне минеральчиков, конечно. А, сейчас. Все бросаю, слушай, газ, много есть. Блин, я пока бросал, у меня все инфесторы сдохли. Лол. Нормально, нормально. Да, ну инфесты, конечно. Валят, валят так. Армада. Ну да, сколько их тут? 28 сейчас. Чуть-чуть. Вообще самую малую. А, так, кстати, знаете еще прикол, какой можно было с ними сделать? Я тут забыл. Чинить. Рабочих. Ну да, кстати. Меня кстати, это вообще... Мазершип бы починить бы мне. Да, я сразу на него и еду. Так, тут они все жирные, получается, юниты. Там, по 350 хп, и так что чинить. Можно вообще по 20 рабочих брать и чинить. Ну да. Ко мне там прилетел на экспанд. Убивают. У меня планетарка выживет, минки. 36 темпы стопы. О, мазашип. Зелененький стал, приятный. Три просто, блин. Еще на мейне защита. Ну пускай он пойдет остальных убивать, там еще минки. О! Ваши союзники вступили в бой. Да, такие теперь, конечно, спасают. Мы сражаемся в великой битве. Лол. Просто. Просто жесть. Да. По красоте вообще. Не, ну так-то неплохо, я вам скажу. За 12 минут 3-3-3 апгрейды, блин, 30-очка темпестов. Темпестов, да. Нормально так. Ну да. Можно теперь давай, чтоб ты, короче, бруду караптеров просто 3-3 налепил бы, например. А, с медиваками. Ну хотя тебе можно делать даже, ну. И по земле с трех эволюшных грейды, чтобы там клинги в прирост шли. И в рудов. Ну жестоко. Ну можно, без проблем. Там с двух эволюшнов. Там... Ну или с двух, да. Ну там да. Можно на всякий случай и ренжовые делать. Можно попробовать. Ну брудлорды просто не очень медленные, конечно. Ну, посмотрим. Мне кинули ссылку, чувак, что у него все три стрима открыты, и как раз все в ряд стоят. Mm-hmm, все красиво. Одновременно прикольно, да, что все стримят, как бы. Да. Так, ну что, Дим, тебе сейчас? Так, а это что за... Где тут у нас съезд-то? А, увижу. А, это то же самое, что и было сейчас, получается. Или нет? Да. Yeah.
Вот там тоже вообще все три разных. А ну тут посмотрим, как получится. На, ну, как да. Начало, в смысле, пойдет. Там, посмотрим. Все равно за то, чтобы тебе дим строить. Никаких интюнитов поднять. Я понял. Постараюсь. Просто в Зерга нету такого одного универсального, знаешь, ну, да. Типа как карьер, батл, крузер. Вот там фаржа, там будет фотоник, народ. Кого-то да будут фотонить. Ты смотри, у тебя экспан просто. Блин, на этой карте изи фа. Алло, ко мне приехал, тут пробка приехала. Меня фотонят, вот псы. Ух, нихрена себе. Блин, а как это открывать-то реально? Что за бред? А там еще овер будет. Фотонка писец где находится, ты там до нее хрен доедешь. Так я сейчас заблочу вижу, попробую на мейне просто. Так там овер висит. А, там оверлорд, блин, ни хрена себе, слушай, продумал. А, и газ тут есть еще. Но я да, на вторую да, да. Переселюсь тогда, получается. Вот это не достает фотонка пока. На наши зомби напали. Ясная задумка такая, да, это карта. И лимби еще побежали. Свет. Не, ну в 3 на 3 там... вообще полный раш. Я бегу рипером, конечно, сейчас. Для пробок сбей, главное, там. Блин, не успел одну. Но! Гранатчик, под собачку. Блин, ну лингов много. Я бегу, но там все равно мы походу фотонки не отобьем, я так понимаю, да? Ну у меня вторая, ладно. Что делать там? Фотончик все равно мертвый. Да не-не, я думаю, уже навряд ли получится. Я еще не скипнул. Ваши союзники вступили в бой. Иди еще берут ее. Блин, там еще собаки смыли. Надо было, да, тут что-то бежит все вперед. Мне вообще дефиться нечем особо. А, ну хотя линги есть. Блин, там еще пробка? Как она проехала-то? Я что-то не помню. И... А, тут все бежекло. Писец. Ну давай сейчас вместе с пробками. Поем. Давай. Ваши союзники вступили в бой. А, я там дотекание словил тоже. Хорош. Поговорил в контратаку на зерга бежать. Ну тут вообще халява вообще. Ваши союзники вступили в бой. А, Паша, ту-ду-ду. Ой-ой-ой. Ух, нихрена тебе, подожди. Тут жопа. Паша. Да я вижу, да, но здесь жизнь, мне уже отказать не будет, не бежать. Сейчас на меня кузники вступили в бой. Да. ГГшка. ГГшка, думаешь? База ну да, тут просто гелион и ничего. Да. Вступили в бой. Хотя я заубил всех геликов. Паш, два гелика окружили, это печаль полная. Ай, блин, да я здесь получается мне циклон, здесь это все вообще все вместе, писец. Ну хорошо, хорошо. Ну что, живем. Сверху открыл проход циклону там. Да, я вот. А, ты там выбиваешь, короче, я понял, ты там это выбиваешь. Короче, скидываю тебе, Дим, ресурсы все я. А тут я тут и вообще. Ну ты развивайся и атакуй, как бы, ну. Сейчас быстро раскачаем. Что лейер, там роучи, всякие выходы со мной. Роучи делают. А вот, смотри, потом все отключились. Пробочку бы, да, вот. Чтобы она там с собаками.
У меня, кстати, так-то есть эти штуки. Ну, я, короче, давай ты пошто же развивайся, а я Диму тогда ить буду просто и все. Давай. Пробовать. Может, что получится из этого полезное. Ваши союзники вступили в бой. Атаку, Паша, да. На лоу-граунде там пробуйте и выбивай тоже. Да-да-да, сейчас. Паш, пробуй. Ваши союзники вступили в бой. Королев там много как-то, блин. О, хорош, хорош. Под буфлами есть. О, хорош зажал вообще. Ваши союзники вступили в бой. Минки, минки, курон. Минки. Все, здесь все выбил вроде. Запили мне гаш, газ на мэне, Паш. В смысле, вражеский. Да, да, да. Чтобы газ начать добывать, скидывать. Ваши союзники вступили в бой. Че там минки или что? А, блин, минки все равно. Наверное, не поднимемся. Пойдем других ГД лбанем, там вон Роуч, ты прикол сделал. Ваши союзники вступили в бой. Оракул он между мейном твоим, Паша, моим висит. Второй. Кстати, да. Просто единственное его как раз валить. Зависло. А не, нормально. Да свершится правосудие. Ой, у меня лаги жесткие. Кто-то лагает, да, кто-то залагал, да. Вот минус оракул. Ваши союзники вступили в бой. Тут он овера с пилоном можно подрезать. Ваши союзники вступили в бой. Жесть, игра, конечно. Все мы. Ваши союзники вступили в бой. Мы в пути. У нас есть. Наши зомби напали. Фениксов еще тут поналетело. Ваши вступили в бой. Все мы направляем. Ваши союзники вступили в бой. Дима там убивает уже. Ну, я не убиваю, он отбивается. Но Феникса мне пришлось ему... Три старгейта, Фениксовые дреи. Фениксовые дреи не так страшно, нормально. Ваши союзники вступили в бой. Добавляй кедру с грейдами. Давай тут и сделаю. Ваши союзники вступили в бой. Или уже, ну хотя против этого воздух взорву как-то уже не ахти играть получается. Да, у зерга вообще, я тебе говорю, как бы проблемы с этим всем. Место рождения. Я попробую, конечно, тут намутить. Ох. Так, Паша, у Паши 2-2 уже много там у Паши. Давай тебе, Паш, поскидывай. Мне нормально, сейчас по деньгам нормально, я там вроде. Давай, день, так. Засылаю все. Тебе газ нужен? Мне пошли личный газ. А, нет, давай, да, конечно.
Я тут настроил вайперы, это все дела. Рожь залетела. Ой, опять кто-то попадает. То же самое. Вступили в бой. У них там останки, конечно, это не прикольно. Ну, вайперы. Ты пока что маш. Вайперы буду строить тоже. Там и против воздуха, и против танков. Место рождения минералов истощено. Их, если есть минералы, подкиньте. Давай. Опа, Паша, что-то. Паша, что ли, до этого скинул? Аккуратно так, тут нужно вместе. Проток свети. Ваши союзники вступили в бой. Лечу. Тут темпесты уже поперли. Тут вайперов набросал эти. Нормально. Нормально, конечно. Развалилось все, да? Да. Я там напал, наверное, кривал очень. Я виноват. Блин, что это за подлаги такие? А вообще у меня тут сейчас, наверное, дроп сквин или что? А, Аджи. Вот этот лагерь, блин. Да. Аджи, аджи. Ваши союзники в рождении минералов истощено. Что он достал? Да жесть как лагает. Ну да, вообще ничего не. Ну сейчас походу то либо дропнет этого, либо чё, либо... Или так до конца будет лагать. Как темпеста будем убивать? Блин, я хотел в темпеста сам перейти, но что-то все скидывал, пока у меня нету сил. Там вон линги, кстати, вниз бегут, там есть какие-нибудь оборона-то? Я сейчас туда собираюсь ехать, планетарку собираюсь морфить. Ну вот, которая у меня база достроилась, там планетарка уже стоит. А вот в левый нижний угол совсем нет. Там еще ЦЦшка. У меня уже сейчас гидралисков будет тоже немало, в принципе. Да? А, ну, где-то да. А, вот все, планетарка есть, да. Аккуратно, аккуратно. Так, скидываю Диме тогда еще. База атакована. Что-то мне не станка какая-то, конечно. Так, опять. Может, в контратаку пойдем, Дим, к ним? Я не знаю, как-то, блин, где это просто. Моп, я не знаю. Ваши союзники вступили. Очищение завершено. База союзника. Повытягивать, что ли? Танки эти снизу. Ну что-то аминок как-то с перебором, блин. Вообще да? Жесть, да. Мне без танка получается дальше не подойти. А как гидратом минки попадают, я еще не понимаю. Все не понимаю. Что происходит? Я тоже не понимаю. Арика развалили. Ваши союзники вступили в бой. Скидываю. Блин, на соплях? О, нет. Там еще тем тесто. Скидываю все, что есть. Ваши союзники вступили в бой. Пол. Пол. Ваши союзники вступили в бой. Что так? А что вышли-то они? Я не знаю, что. Ну они, получается, всю кэш-армию потеряли. А, так у них же, подождите, дропнуло, нет, зерга? Да. Нет? Ну, они проиграли, получается, основное сражение. То есть, так-то по грейдам. Ну, тут темпестов-то немало, на самом деле. Да? Ну да, не, ну еще не конец, точно, это был так, кто у них там. Ну да, они еще могли бы сопротивляться.
Да, да, можно трансфьюзить хелбата, кстати. Это прикольно. Это да. Это весело. Подай-ка, привет. Так, ребят, мне сейчас на одну минуту надо отойти. Окей. Да, давай. Небольшой перерыв сделаем. Так, я сейчас. Так, а что по времени там? А, 23:30. Так, я тоже. Иду быстренько на минуточку, сейчас буду. Привет, Сталкерок, турниры все уже были на сегодня. Так, кстати, я думаю, надо, может, уже закругляться. Время-то много. Вот. Так, я готов. Паша, нет. Так, я секунду сейчас здесь, да. Давайте, я думаю, последнюю. Да, надо домой гнать. Вот, этот... завтра-то что там будете? Я не знаю, надо что-нибудь... Впишемся там, я не знаю, просто, чтобы... Я не знаю, как там получится. Там днем вообще ничего нет, по турнирам можно покатать там, часика три. Днем, в принципе, да. Вечером у меня там клан вор. Точно не смогу днем. Посмотрим. Давай с утра там спишемся. Ну да, часа в два, в три, может, там, я не знаю, так, начать день. Да, где-то так. Болею, мне надо в банк. Писец. Ребят, еще одну минуту. Ну, я не знаю, может, тогда закончим, если просто, чтобы, ну, мне, ну, минуту надо будет подождать. Ну, давайте, я-то пойду, вы хотите поиграть, потому что, ну, я там, ну, да, дома хочу жену застать, еще пока не спит, вот, короче говоря. А завтра тогда, если, ну, сможете, то днем можно покатать там. Ну, если кто-нибудь сможет, можно и 2-2 покатать, если 3-3 не сможем. Ну, да, завтра, короче, спишемся тогда, хорошо, да, пока. Да, давайте, да, спишемся. Все-то, всем спасибо, было прикольно. Все. Счастливо. Давай, счастливо, пока. Все, пока. Так, ребят, ну что, пора заканчивать, судя по всему. На сегодня-то все так, надо бы добавить текст поддержки тогда. Спасибо всем, ребят, за внимание. Завтра приходите. Завтра будет, наверное... Ну, поиграем что-нибудь, не знаю. Если пацаны смогут, то 3-3 поиграем. Если нет, так нет.
Вот что-нибудь еще будет. Завтра только Starline я наблюдаю из турниров представленных, соответственно. Ну и наш Starline, собственно говоря. Поэтому ждем. Всем пока, ребят. Короче, увидимся.